Средство для очистки и полировки смычковых инструментов. Я продемонстрирую, как им нужно пользоваться на примере скрипки. Что нужно помнить? Средство распылять ни в коем случае не на корпус скрипки. И нужно внимательно следить, чтобы жидкость не попала на струны инструмента. Для того, чтобы почистить, мы воспользуемся хлопчатобумажной тряпочкой. Вот я использую салфетку, которая приложена к комплекту. Эта салфетка с двух сторон имеет разную структуру. С одной стороны немножко погрубее, а с другой немножко помягче. Вот. Для начала я использую ту сторону, которая грубее, для того, чтобы снять самые стойкие загрязнения, следы от канифоли. Нужно побрызгать 2-3 раза на тряпочку. Теперь возьмем инструмент. И для начала очистим самые грязные, застарелые места с грязью. Когда мы удалили все грязные пятна, мы можем полировать инструмент. Для этого воспользуемся мягкой стороной салфетки. Полировать инструмент нужно ровными круговыми движениями. Аккуратно полируем верхнюю деку. Стараемся не задевать струны, гриф инструмента. Очень аккуратно работаем в районе F-ов и в районе подставки. Теперь дадим инструменту немножко подсохнуть. И через 15-20 минут мы сможем протереть его уже совершенно сухой тряпочкой. Сухой мягкой тряпочкой, вообще-то бумажной, и круговыми движениями завершим полировку. Thank you.